Зауралье в родных стенах действовало особенно уверенно и развивало одну атаку за другой. Сыграли на руку сопернику и удаление в составе Тароса. В середине первого периода Денис Цыганов реализовал большинство хозяев льда. В начале второго отрезка Тарос сравнивает счет. Николай Чебыкин пасом из-за ворот создает отличный голевой момент, и Артем Пименов завершает атаку выстрелом с пятака. А затем уже сам Чебыкин выводит Тарос вперед. Это произошло на старте третьего периода. На этот раз Артем Пименов заработал ассистентские баллы. Полагаться на счет 2-1 в такой игре было бы крайне неосмотрительно. Зауралье, которому отступать уже некуда, сдаваться не собиралось. В финале поединка хозяева снимают у вратаря и получают обидную шайбу в собственные ворота от своей же клюшки. Третий гол определил победителя, а Тарос выходит в полуфинал. Осталось дождаться, кто одержит верх в противостоянии «Нефтяник» с РРК. Если побеждает команда из Альметьевска, то мы играем с ними на выезде 30 и 31 марта. В противном случае соперником станет «Тюменский Рубин», и два первых матча полуфинала пройдут в Нефтекамске, также 30 и 31 числа.